Так, сын, а что еще здесь можно посмотреть? Что, на низ хочешь? Сейчас мы поедем дальше. Ну-ка, посмотри, что здесь у нас стояло. Сын, а сейчас поедем дальше. Вот типа Шевроле. Сына нет, мы поедем сейчас дальше. Все. Пип-пип, он звонит, звонок лучше. Где у папы звонок? Там у нас Мерседес, туда мы заезжать не будем. Это уже другое. Вот здесь еще Citroen. Что у них здесь? Ну, тоже маленький выбор Так, здесь мы заехали на Шкоду. Шкода, ВВ, Ауди здесь у них. Что это за тырчик? Шкода CTO какой-то. 8900. 2013. 73 тысячи прошел. Надо в ногах здесь места совсем мало. Ну вот. Шкоды. Ну-ка, папа, сына. Пробежимся, посмотрим Шкоду. Ну, маленьких здесь мало. Ну, вот такая Октавия, или что-то, не комби, амбиенты какая-то.
6700 2007 года. Ну, тоже Шкода свою цену имеет, да. Несмотря на то, что это Шкода. Там строят еще больше ареал. Так, это у нас тоже. Туда же цены не повешали. Они недавно пришли к ним. Ну, Шкода тоже такая, можно сказать, неплохая марка. Ну, не дешевая. Еще вот это вот, скажем. Что-то Ситиго какая-то. 16500 стоит. Хорошая цена. Ну, можно финансировать, сделать. Но этого мы не хотим. Я уже и говорил, что в таких больших автостоянках в основном новые или годовалые стоят машины. Так, посмотрим, что там дальше есть. Там на другой стороне вроде бы еще ФОВ. Прокатимся, посмотрим. Опа. Так, здесь у нас аудюшки. Прокатимся, все равно посмотрим. Ради интереса. Что у них здесь есть такое? Как говорится, то, что ищем, не найдем. Итак, ребята, на этом мы завершаем наши покатушки на велосипеде и смотрины на машины. Так что я пришел к выводу, что на таких стоянках я себе машину не найду, так что будем дальше копаться в интернете и смотреть то, что подходит нам по цене, так как... Сына, что ты кричишь? Итак, это были покатушки с Володей и с Андрюхой. Андрюха, скажи привет. Скажи пока. Вытащи пальцы со рта, скажи пока. Пока не хочет. Итак, ребята, я еще, наверное, пару видосов поставлю, как мы ищем маленькую машину для нас. Так что, если кому видео понравилось, палец вверх. А кому не понравилось, ставим лайк и пишем комментарии. Так что, давайте, ребята, пока. Хорошего дня вам.